бы такая, что... Ах, что за дурацкая бровка? Черты лица расскажут много о характере. У Ким Кардашьян нос типичной стервы, суженный к кончику. Мы имеем в виду настоящий нос Ким. Разумеется, она его подправила, а характер-то не изменился. У Меган Фокс был широкий нос, она, наоборот, его сузила и стала играть сложных, неуравновешенных героинь. А Оскара все нет? А, нет. Большой нос – признак яркого темперамента. Блейк Лавли он достался по наследству, но сейчас у нее типичный голливудский носик. Отлично выглядишь. У ее мужа Райана Рейнольдса нюх на страстных женщин. Его бывшая жена Скарлетт Йоханссон до пластики тоже обладала выдающимся носом. У модели Беллы Хадид тоже был крупный нос. Она мечтала быть похожей на сестру Джиджи и сделала операцию. Мало кто заметил ее нос в Каннах. Белла отвлекала откровенными нарядами. Модница Сара Джессика Паркер тоже ложилась под нож, но, в отличие от других, попросила сильно форму носа не менять, хотя Роберта Дауни-младшего все устраивало в Джессике до операции. Они встречались в юности. Райан Гослинг сильно уменьшил нос, а его жена Ева Мендес даже не думает о подобном вмешательстве. В их семье она отвечает за уверенность. Но вам, наверное, не стоит выходить в этом? Я не стесняюсь.